мышки живая у нас управляет клавиатурой. Она код печатает. Ну, шипит, ничего себе. А вот Бонни пришла. Не трогай, не трогай, Бонни. Бонни. Это Пинч. Наш детский сад. Это Бонни их охраняет. Смотри, как легла. Руки не подставляй в кадр. А эта мышка. Вот такие выросли уже. Бонни интересно смотреть. У меня что-то вот такая вот игрушка. Вот такие. Опять. Только другая. Бонни, как интересно. Я сейчас приползу под нее греться. Вот такая ли мордочка Бонина. Сто раз больше их. Сторож. И, кстати, она совсем... Ой, кушает, кушает, кушает. Вон там. Вытащили их с клетки, вот в коробочку. Видите, они уже кушают сами. Морковочку натерли. Алина, ой, Алина, Бонни облизнулась. Куда ты, малыш? Убери его. Сбежал из группы. Что ж вы забегаете все время? Бонни вот из клавиатуры стреляет. Нет. Ой, тараканы, тараканы. Да что ж такое-то? Сторож, вы что не следите за детьми? Бонни, там что, мышка убежала? А вот там. Раз, два, три, четыре, пять. Нет. Вот мышка, Бонни. Ну, все, все, детский садик. Ой, в зубах держал. Вот этот кусочек зуба. Там даже след остался. Сколько можно сбегать? Скажи мышке. Она наполнила. Щечки. Ну, вот именно клавиатуру надо. Ну, подожди, не трогай. Мама мышка большая. Только серая. Ну, сейчас к этому залезет. Давай, давай, залезай. Через клавиатуру. О! Сторож сидит. Сторож. Бонни легла. А я замуж. Наблюдает в сторонке. Им всем на эту бабочку хочется. Им всем на эту бабочку хочется. Пушистая. Думает мама. Ой, он катает машинку. Ой, ты зубами, ну ничего себе. Сила-то какая. Вот это мышата. А представляешь, если им большим эту игрушку дать? Они ее просто так... И нет. Если маму сюда принести. О, сейчас. Что будет? Так. Я не знаю, мама это или нет, но... Ну-ка, собирай своих детей в кучу. Воспитательница. Не поймет, где я. Твоя рука в кадр лезет. За ними сложно следить. Ну все. Куда же это лезет? Надо лезете. Копает. Что это было? Мама, копает. Вот. Ты что ее грызешь? Она живет бабочку. Машинку катает. Интересный видосик будет. Папася вот это вот. На весь в опилках. Ничего себе шкребет. Скорость у них. Это они так колесо крутят. А эти уже кушать, наверное, хочет, к мамке лезут. Надо выйти на свободу. Ой, мантон. Вот настолько у нас подросли хомячки. Запомните, какие у нас хомячочки теперь есть. Помните, какие они были маленькие, прям розовые, как чулички. А вот теперь взрослые. Охранник пришел. Боня аккуратненько подходит. Легла. Вот Боня тоже глаза горят. Пока-пока, всем пока. Ставьте лайки, а я буду готовить себе ужин из этих хомячков. Ты? Пока-пока. Ты будешь ужин из хомячков готовить? Боня смотрит, глаза горят. Вкуснятинка-то какая! Нет, у нее нет желания их покушать, она у нас кошечка цивильная. Машинку перевернули. Игрушку перевернули. Вот так у нас живут кошки с мышами. Смотрите, что они сделали с бабочкой. Полмеха вырыли. Раз вылезет к ней. Боне интересно наблюдать. Ну что, не хочется прощаться? Ну, чтобы длинным видео не было. Боня, скажи пока. Боня. Скажи пока, Боня. Глаза горят. Боня, ой, как огоньки. Пока-пока, всем пока. А эти ребята тут
кучкуются. Они хотят сиську под молочко, а она убегает уже от них большие. Уже морковку кушаете.